Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим сабельную пилу Патриот RS-808. Данный тип пил имеет широкий спектр применения и используется при самых нестандартных задачах, где обычные инструменты не справятся. Этот тип пил рассчитан на работу с разными типами материалов при наличии соответствующей оснастки. С ее помощью можно производить продольные и поперечные распилы, работать под углом и производить фигурный рез. Аппарат компактен и сконструирован с максимальным удобством для пользователя. Быстро зажимной патрон с универсальным креплением позволит подбирать различные типы полотен для инструмента и быстро сменять его в зависимости от задач. Бесключевая регулировка глубины реза увеличивает скорость работы и комфорт. Ручка сабельной пилы максимально функциональна. Кнопка поворота рукоятки моментально позволяет поменять ее положение для повышения удобства при работе. Регулятор частоты хода пилы расположен на клавише включения. Одним пальцем вы сможете изменить частоту хода пилки и подобрать оптимальный режим работы с материалом. LED-подсветка поможет вам работать в слабо освещенных местах. Сегодня мы с вами познакомились с сабельной пилой – инструментом для самых настоящих мастеров. Подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.